Есть видео, где Путин в разговоре с Альви говорит, с Альви Каримовым имеется в виду, говорит, когда познакомился с Кадыровым, думал, что он не умеет разговаривать. Путин сказал, академик рычал в ответ что-то нечленораздельное. Ва алейкум ассалам. Когда я с ним познакомился, я вообще, так первое у меня впечатление было, умеет ли он вообще разговаривать. Искатель правды. Здравствуй, Тумсо. Канал ЧГТРК Грозный сегодня весь день показывает архивные видео. Там много интересного показывают, и, как мне кажется, сейчас Чечня живет лучше. Разве нет? Здравствуй, искатель правды. В каком плане она живет лучше? Если мы говорим о построенном городе, разумеется, город сегодня выглядит красивее, гораздо лучше. Но если мы говорим о людях, живут ли люди сегодня лучше? Нет, люди сегодня лучше не живут. Люди сегодня живут в страхе, они не могут выйти даже на балкон. Представьте себе, что это за карантин такой, когда тебе нельзя выйти на балкон подышать? Нигде в мире нет такого карантина, чтобы тебя с балкона загоняли домой. Альберт Джафаров, генерал Джохар Дудаев, каждый чеченец генерал Кадыров, каждый чеченец пехотинец. Ну, это в смысле цитаты. Каждый чеченец генерал – это цитата Дудаева, каждый чеченец пехотинец – это цитата Кадырова. Этим все сказано, вот и вся разница. Саламу алейкум, брат Тумсо. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Баракаллаху фик, брат. Как могут люди жить в таких условиях лучше? Людям не легче от того, что у нас построенный город, хорошие дороги. Да, это все, конечно, очень приятно. Безусловно, гораздо приятнее выходить в чистый город, построенный, убранный, ездить по хорошим дорогам, отдыхать в хороших парках, там, сидеть на лавочках. Понимаете, это, конечно, это все приятно. Никто не спорит. И в вопросах строительства, вот где-где, я бы Кадырову дал бы медаль за строительство. Здесь никаких сомнений. В плане строительства они действительно очень хорошие результаты показывают и показали. Вот вместо того, чтобы давать ему академиков, там, всяких... И прочие вот эти какие-то награды, хранитель Корана, служитель ислама там, и так далее. Вместо этого я бы ему дал бы вот медаль за строительство. Здесь действительно, да, есть успехи. Но людям от этого не легче, ты понимаешь? Когда ты похоронил своего единственного сына, убиенного этой властью, и потом, когда ты едешь... обратно с этого кладбища, похоронив своего сына, ты едешь обратно по хорошей дороге к себе домой и по хорошо выстроенному городу. Тебя он абсолютно не радует. Когда на твоего сына сфабриковали уголовное дело, посадили его в тюрьму на долгие годы, и ты вот по хорошему городу, с хорошего аэропорта вылетаешь на свиданку к своему сыну, тебе от этого не легче, что город чистый, что он восстановленный, понимаешь? Они заставили одного парня дать на меня показания, что якобы он меня видел в Сирии. На него сначала сфабриковали дело, что он был в Сирии и воевал там против интересов России. И затем еще заставили, это дело рук Дашаева, они заставили его написать на меня вот эти показания, что якобы он меня там видел. И это было... дополнительным таким доводом к моему уголовному делу у них. Потом, когда у меня произошел разговор с Даудовым, первый мой разговор с Даудовым в конце августа 2018 года, тогда они начали там копошиться, а вы помните, у нас с ним была договоренность, я сказал, прекратите уголовное преследование, сфабрикованное вами. Он сказал, хорошо, я разберусь, мол, если ты никогда не был в Сирии и тебя... без вины тебя в этом обвинили, то уголовное преследование будет прекращено. И вот после этого они начали, значит, в этом деле копаться. У этого парня взяли новые объяснения, что якобы он что-то перепутал. Но самое, что печальное в этой истории, этот парень, он был единственным сыном в семье. А в результате всех этих событий у него развился рак головного мозга уже... к началу 2019 года его по состоянию здоровья освободили из тюрьмы, уже никакого. И там же, где он сидел, где-то там сняли квартиру, он уже был при смерти. И вот, находясь при смерти, этот парень со мной связался тогда.
связался со мной и извинялся передо мной за то, что он тогда меня оговорил. И вот я к чему это веду? Его уже нет, разумеется, он в феврале, по-моему, умер, 19-го года. После разговора со мной недолго, он прожил там буквально неделю, по-моему. И вот вы представляете состояние его матери? Легче ли его матери от того, что у нас сегодня выстроенный город, от того, что там красивые парки, фонтаны и хорошие дороги? Ей абсолютно от этого не легче. Она проклинает эту власть, она ненавидит ее. Лучше бы она бы предпочла жить в разбитом городе, передвигаться по очень плохим дорогам, но при этом, чтобы с ее сыном не поступили несправедливо, и чтобы он был жив. И таких случаев просто очень много. Возьмите Хазира Ижиева, возьмите Турпала Исраилова, возьмите 27 казненных ребят, возьмите убитого Рамзана Сирмоловки, Рамзан Адаев, по-моему, фамилия была. Все эти материалы есть у меня на канале. Есть видео, где Путин в разговоре с Альви говорит, с Альви Каримовым имеется в виду, говорит, когда познакомился с Кадыровым, думал, что он не умеет разговаривать. Путин сказал, академик рычал в ответ что-то нечленораздельное. Валейкум ассалам. Я с ним познакомился, я вообще, так первое у меня впечатление было, умеет ли он вообще разговаривать, потому что он рычал в основном в ответ, что такое нечленораздельное. Но он прав. Дело в том, что на тот момент он еще не был академиком. Кадыров потом, впоследствии, стал академиком. Он очень быстро экстерном закончил все вузы, получил кандидатскую по экономике. Затем с какими-то профессорами медицинских наук он проводил какие-то операции. Затем он получил от члена академии наук или чего-то там. Это, по-моему, не РАН, а чего-то другого он там получил, членский билет. Я закончил несколько институтов, университетов, так сказать, по всем направлениям. Вот. В общем, все началось потом уже, после знакомства. У меня один знакомый, тоже ученый, у него 3 класса образования. А он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящего. Ассаламу алейкум, Тумсо. Я многих блогеров слушал, и каждый говорит свою версию с хромающим анализом. Ответь на вопрос, в чем суть смысла за монитором говорить за власть, если ничего не меняется? Ва алейкум ассалам. Дело в том, что ничего не меняется, это как раз таки твой анализ. Ты не можешь знать, меняется или не меняется. Возможно, ты не знаешь чего-то, но это еще не говорит о том, что этого не существует. Это первое. Второе, даже если ничего не меняется, это обязанность мусульманина противостоять несправедливости. Если он не может это противостоять этому как-то своим действием, то он обязан противостоять хотя бы своим словом. Если он не может противостоять своим словом, то он обязан хотя бы испытывать к этому неприязнь своим сердцем. Поэтому здесь как бы выбора у тебя нет, здесь ты не смотришь. Конечно, ты пытаешься делать так, чтобы в этом была польза, но ты не имеешь права, имея такую возможность говорить, ты не имеешь права молчать, ты должен говорить. سأزيل صدود